Какие прогнозы в этом году на начало отопительного сезона? Когда дадут тепло? По прогнозам гидромедцентра, 8 градусов среднесуточная температура окружающего воздуха пока не ожидается. Температура окружающего воздуха гораздо выше. Прогнозировать и говорить о том, что будет через 10 дней, я не могу, но в ближайшую неделю будет тепло, люди еще купаются в море. Все ли готово к началу отопительного сезона? Готовность акционерного общества «Теплоэнерго» к осенне-зимнему периоду 2017-2018 100%. 17 котельных и 23 центральных тепловых пункта готовы и ждут команды.